Вы знаете, что меня больше всего прикалывает в Москве? Город большой, вот, и часто такое бывает. Ищешь какую-то улицу, а на этой улице есть еще и здание, а у него еще и строение есть, а там еще и дробь. Ну, Москва, Москва. Ну, в Магнитогорске тоже есть улица загадочная под названием улица автомобилистов. Она идет строго параллельно улице Вокзальной. И здесь есть один замечательный поворот, куда заезжают все, потому что здесь самые дешевые цены. Ну и для них мы повернули и показываем вам место, где располагается мир посуды. Это улица автомобилистов 8Б. Теперь мы поговорим о конкуренции, о здоровой конкуренции. И вы не думайте, что создать конкуренцию сетевикам это сложно. В конкурентной борьбе же главное цены. И сравнивая там и тут, понимаешь, что тут выгоднее. Выгоднее покупать здесь кастрюли, выгоднее брать здесь термосы и чайники, и хранители температуры, и даже электрочайники в фарфоре брать здесь. Зайдя в супермаркет другой с керамическими ножами, уже ощущаешь, что там попадос какой-то. Здесь они не дороже железных. Да есть еще то, чего ни в одной посудной лавке либо супермаркете не найдешь. Я специально сюда приехал на улицу Вокзальную. Тут сложно сказать, улица Вокзальная, улица автомобилистов, мир посуды. Потому что до того меня пригласили в другой посудоцентр, что ли называется, не помню как. Вот. Не буду ничего говорить, понравилось, да. Большие площади, большой ассортимент товара, но я обратил внимание, у меня вот здесь калькулятор в голове стоит. И здесь, в мире посуды, оказывается, на гораздо меньших площадях товара больше. А мы сегодня поковыряемся и найдем то, чего нету в посудоцентре. Ведь это же так хорошо, найти конкурента и, может быть, немножко его заставить двигаться. И почему хозяйством домашним занимаются только женщины? Да у них склад ума другой. И вам бы лучше их направить в этот магазин. Станет проще и дешевле. И пусть они здесь себе сундучки прикупают, садовый инвентарь, картинки разные. Да это просто радость какая-то, дать жене весьма скромную сумму и потом тупо сэкономить на сувенирах. Экономия еще и места в дорогущем чартере. Сюжет мы снимаем после праздника Хэллоуин. И вот для Хэллоуина здесь вот такие бабы-йоги. Ну да ладно. Мы же хотели найти место, где все подешевле. И мы место это нашли. Вам нет необходимости теперь ездить и себе гномиков искать, где подешевле. Потому что здесь они самые дешевые. Даже безальтернативно. Ну, а я искренне порадовался вот этому устройству. Помните, у Остапа Бендера в «Золотом теленке» было «Пилите гирю, Шура, она золотая». «Пилите гирю, Шура, она действительно золотая». Ну, это, конечно, шутка. И это, конечно, копилка. Но непонятно как, мне, человеку, очень отдаленному от комфорта, было интересно полазить. Это не просто мир посуды, это правильный мир уюта. Всего того, из чего собирается комфорт. Ведь кухня и мебель наполняются именно нужными вещами. И главное, эти вещи-то недороги, а теперь нужно понять, куда за всем этим-то ехать. Вот это место здоровой конкуренции, да? Каждый божий день здесь тысячи машин проезжают. И десятки тысяч покупателей делают свои замечательные покупки. Потому что это место самых низких цен. Но единственное но. Даже мир посуды, который очень востребован и располагается здесь, на улице автомобилиста 8Б, работает до 4:30. А потом все. Это называется коммунизм какой-то. Целое торговое предприятие, которое работает по схеме металлургического завода. Ну а для тех, кто не успел, есть еще и на улице Ленинградской, 17. Подразделение, которое работает чуть-чуть попозже.